Если вам не нравятся французские духи, есть арабские, турецкие, бахрейнские. Причем запах у них может быть даже лучше, чем у фирменных французских, а цена в 3 раза дешевле. Вот такой он европейский восток. Крема. $12. Да, долларов. Мы в доме, в перемёрзлом доме в Кемере. Там за окном нормальная улица, нормальные деревья. А здесь вот такая душевая, туалет, люди знакомые. Вот тут умывальник, кровать. Вот люди внизу ходят нормально. А это якобы потолок. Кровать, тумбочки. Я предлагаю Андрею его сделать. Вот хороший ремонт. Понимаешь? Хороший ремонт, да. Все их ногами прибить и все. Кухонька. Удобно, краник тут. Все их ногами. Мир с головы на ноги. Или наоборот. Жалко, здесь нельзя выйти на балкон. Балкона нет, это входная дверь. Все. Вот еще один комментатор. Всего доброго. С вами был я, Алексеевич. Не зря эта улица называется Лиманом. Вода есть. Водопад. Пройдем. Золото, бриллиант. Ничего не надо, но... На лимане в Кемере пиратский бар Жан-Дет. Не подскажете, где здесь улица Кронштадтская? Я знаю, где Лиман. Я с Ростова. Либердон? Левый берег Дона? Либердон, да.